Все, всем привет, ребят. Скажем так, чисто в технические посылочки, но думаю, ну что вдруг еще кто, у кого такие телефоны есть, окажется интересным, что покупал телефон, чехла к телефону, чтобы вы увидели, к какому, что я извиняюсь, что, ну, оказалось, что и с названием, ну, куча пытался и сказать, но не получается у меня. Так, специально в трек номер. Покупался за 150 гривен. Цена где-то идет. Если в рублях, то где-то получается 90, я так думаю. Что плюс-минус, конечно. Открываем, ребят, упаковку. Что у нас здесь будет? Ничего себе, здесь что? Фирменная упаковка. Ну, в перспективе, куча, по идее, она аккуратненько упакована, должно было быть. Но как и. Что смотрите, я так думаю, что вы увидели, что от упаковки осталось от. Память только есть в сторонку и чехол. Давайте сюда откроем. Раз, ребята, и два. Чехольчик сделан из пластика. Ну, скажем так, вот если честно, учитывающий его стоимость, я считаю, что за много. Стоимость переоцененная, это 100%. Вставляется туго, конкретно туго. Так, раз и два. Что, ребят, ну сел. В принципе, терпимо. Знаете, что тут суть в такого чехла, вот, не в том, чтобы телефон, ну, типа, це, вот, если, чтобы бахнется и целым остался, а специально, чтобы стекло, це, вот, не исцарапалось и целенькое было, и все. Я так сомневаюсь, что, ну, покупают, вот, люди, знаете, вот, такие телефоны специально покупаются, ну, чтобы попонтоваться, я так думаю, а не чтобы его, це, использовать в перспективе. Так, сканер, что, уже все? Ну, еще раз попробуем. Ага. Что, видите, все-таки что включается. И снова такие вот, что для спортивного интереса, по фоткам, что вдруг светленькая есть какая-то. Есть. Я установлю как обои. Вот, что включился. И картинка, чтобы вы, ну, куча, и увидели в чехле в телефон сам. Что просто, как смотрится все. Сел, то, конечно, оказался, ну, вообще супер. Ну и, естественно, посылочка еще одна. Стекло должно быть. Давайте, ребят, откроем, что вдруг кому-то интересно, что, в принципе, толковый телефон с толковой стоимостью и шикарной сборкой. Я не знаю, там, знаете, вот, то, что все попривыкали, ну, куча рекламу с Xiaomi. Вот я, вот, честно говоря, от такого телефона я вообще, ну, я считаю, что и шикарная сборка, и по качеству все идеально. Так, в комплекте у нас оказалась татуировка. Что перспективу сделаю себе на попе где-то. И стекла, что пишется Moto M, ребят. И здесь пишется Moto M. Открываем. Специально, чтобы все для вас так должно быть, по идее. И прилаживаем, или все классно будет. Ну, как есть, ребят, что в картинках. Ну, по-моему, супер. В перспективе куча будет. Я, скажем так, если не с кривыми руками, то куча все классно будет. Вот и все, ребят. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!